Большом Кремлевском дворце на совещании стахановцев собрались лучшие люди страны. Большевистская партия, большевистская страна идет все впереди и впереди, и иначе быть не может. Страна индустриализированная товарищем Сталиным, а это, товарищи, не так легко было. То, что мы сейчас говорим, это вот не так было все. Не так легко было. Теперь можно гордиться победами и все. А чтобы получить эту победу, надо было масса препятствий преодолеть, масса трудностей. И все время в тяжелые минуты, когда нам было трудно, мы имели своим знаменосцем товарища Сталина.